Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас мы будем тестировать нашу металку. Поехали. Почему-то урон маленький, что-то не работает на металку. Ловкость плюс 23, усиление, привычное оружие, метательный топор, вдохновленная ярость. Стойка включена. Включена урону ближнего боя и метательным оружием. Эта штука работает. А где мой урон метательным оружием? Я не понял. Если честно. Давайте посмотрим. Удача, пояс, усиление, боевой дух, стрельба вблизи, беспощадный выстрел, парное оружие. Выстрел. А почему плюс 60? Ой. А где мои крылья? Хорошо. Ну, вот эта фигня включена. Стойка включена. Может быть, надо ударить? Плюс 56. Почему 56? Вдохновленная ярость. Плюс 3. А где моя стойка? Могущественная стойка. Давайте попробуем включить и выключить. Давайте попробуем выключить. Посмотрим, будет это работать вообще. Ой. Бабавки подойдут. Ну давай, включай стойку. Включай. Включай. И... Ой. Ну вот сейчас. Ой. Плюс 70. К
Короче, вот эта вот стойка. Могущественная, которая должна давать плюс один к урону оружия ближнего боя метательным оружием. А вот эта вот штука должна добавлять к метательному оружию дополнительный урон, равный модификатору его выносливости. То есть вот эта девочка должна добавить плюс 13 к урону. Нифига не работает. Ну, короче, метательные топоры фигня. В скобочках все забаговано.